Почти на 2,5 миллиарда рублей продукции произвели в сельскохозяйственных организациях Могилевской области с начала этого года. В сопоставимых ценах это на 1,5% больше соответствующего прошлогоднего периода. Достижение агропромышленного комплекса – это итог напряженного повседневного труда людей, работающих в сельском хозяйстве. Этими днями труженикам села вручили заслуженные награды. Сельское хозяйство – один из основных драйверов белорусской экономики. Это подчеркнул председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко на торжественном приеме передовиков аграрной отрасли региона. От персонального вклада каждого на своем месте зависит организация труда и успех развития целых предприятий. Сергей Марфель 45 лет назад свой путь в сельском хозяйстве начинал агрономом. Теперь зона его ответственности – качество семян хозяйств области. И благодарность президента Беларуси – оценка профессионализма. Каждого, кто трудится на земле, зависит благосостояние нашего народа. Это первый вопрос – это продовольственная безопасность, обеспечение сырьем всех перерабатывающих предприятий. Поэтому от труда работнику сельского хозяйства зависит многое. Как мы будем жить, как будем работать. 11 человек получили медали за трудовые достижения. Человеческий фактор – самый важный фактор в нашей профессии. Это то, что каждый человек, когда производит продукцию, должен в первую очередь душой подойти к этому моменту. И тогда все получится. Нет, то, что нельзя исправить, все можно исправить, и всего можно добиться совместной работы коллектива. Аграрии Могилевщины нынешний хлеборобный год завершили с хорошим урожаем всех видов зерна – в 1 300 000 тонн. Кроме этого, мы получили в 1,5 раза больше картофеля, получили в 1,5 раза овощей, капусты, морковки, свеклы, лука, яблок. То есть в закрома Родины уже заложен хороший урожай. Говорят, экономика любого государства определяется запасами зерна, запасами хлеба. И если этот хлеб действительно есть, а он уже у нас на 2 года вперед, это засыпка, то я считаю, что государство живет, и, слава Богу, миром мы сегодня получили хороший урожай. Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко пожелал всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности здоровья и успехов в работе на белорусской земле.